Погнали. Дверь, надеюсь, не откроется больше. Вот это. Да, не получится. Ладно. О, хорошо, хорошо. Конечно, баня не на максимум, но... Этого хватит. Неплохо. Зашибись. Бомбически. Все-таки буду, да, заказать у Дарьи эфирное масло. Дорогое, посмотреть. Будет столь большая разница, прям мега бомбел. Да, тоже интересная штука, очень интересный запах женщины, девушки, когда она не пользуется духами, дезодорантами, а пользуется вот именно смесью эфирных масел. Да, запах прям бомбел. Пахнет очень вкусно. Ну, наверное, с пивасиком-то получше. Такой все-таки хлебушек сразу чувствуется. Венчик, в принципе, живой. Так, запотело. Ух ты. Долго нельзя. Вся эта самая. О, отошло. Ну, два раза полную закинул, как бы, пока вроде как это самое. Ух ты, я так это мой старый свинька еще. Ниточка осталась. Прошло. Было 4, наверное. Такая нитка. Типа простая, но не простая. Да, надо забацать. Не горячая вода. Ну что сделаешь? Это, конечно, можно подогреть. Ну посмотрим сейчас. Водичка. Хоть что-то жбахнуть. Это, конечно же, там фигня осталась, но вот так вот. Блин, профессиональное видео. Вообще это как бы качество съемки классное. Да. На улице видим. Класс. О. Зашибись. Нет, качество действительно прям какое-то такое типа профессиональное. Хотя тут 4К, там 4К.
скорость 30 кадров в секунду, автофокус, качество 400. Да, прикольно. Луны в этот раз не видно. Звезды. Это у нас... Блин, непонятно, это звезда или международная станция МКС. Хватит, пока еще не сильно прогрелся, чтобы прыгать в сугробы. О, да. Сейчас, конечно, чувствуется запах. Зашибись. А, ну все. Певчанский. Да, как бы пиво вредно пить. И тем более спортом занимаешься, но в бане как бы тем более чуть-чуть, пару бутылочек, это ерунда. Что есть еще? Один ковш. Блин. Надо. Пиво. И что? Ух ты. О, пошла мазь. За 5 минут температура, наверное, раза в 2 выросла. Что? Это совсем... Атака паром. О, жесть. О, ядрёно. Так, блин, долго нельзя снимать, сейчас перегреется. Телефон перегреется. Зашибись, конечно. Певчанским он хлебушком прям ржаным таким. Зашибись просто. Мне будет как не попробовать шампанским взглянуть. Классическим. Принести немножечко и фигачнуть. Там тоже дрожжиков-то, мама не горюй. Зашибись. Так что вот такие дела у нас в бане. Ставьте лайки, подписывайтесь. Скоро будет лучше, веселее. Да, жизнь прекрасна. Для кого-то очень прекрасна. Для кого-то не очень, но все равно. Прыгает, смотри-ка. Изображение. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока. До новых встреч.